Ну, это снаряд града упал не так далеко. Ну, не хочу сказать, где именно упал. Нельзя. Ну, это осколки двух разных дронов. Это лапки дрона, да? Вот видите, вот так оно крутится. Вот так. Вот эти. Мир спит или ослеп. Смотрит, не видя, что тут творится. Скажите, как они пробираются к вам? Пикапнеров, тангеров, порцумен джехкел, матнел перцор, чанабар, эстер, перцнел убай, мадазумен каравелу. Дроны прилетают, самолетики прилетают, которые, значит, кружат над нами. Прилетают. И довольно-таки часто. Если только про тебя думаешь, не страшно. А у меня есть семья, есть дети, есть брат. Про них, когда думаешь, да, страшно, конечно. А когда ты один, ну, конечно, не страшно.